Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в дополнение к Скайриму под названием Эндерал. Я увидел это дополнение, этот мод на стриме и буквально влюбился в него. Многие голословно заявляют, что эта данная игра лучше, чем Скайрим. Кто знает? Да, конечно, в Скайриме не было красивых скриптовых сцен и роликов там не было, но все-таки Скайрим не просто так называют одной из лучшей RPG всех времен. Ну, опять же, на мое субъективное мнение, да и многих десятков, сотен, тысяч людей тоже. Ладно, давайте не буду много говорить, запускаем. Исследовать Эндерал, или Эндерал. Совершенно неизвестный мне сеттинг. Ну что ж, давайте приступать. Заявлено, кстати, геймплея больше 100 часов. Да, это внушает, на самом деле. Первая загрузка, скорее всего, будет, как всегда, долгая, но ее я вырезать не буду. Да, кстати, прошу прощения за шипение микрофона. Чуть не получается его настроить, на самом деле. Ну да ладно. Хороший летний день. Озвучка в данном моде английская. А субтитры, как вы можете заметить, русские. Перевод профессиональный, так что нареканий быть не должно. Читать субтитры я не буду. Япона мать. Начало я видел кусками, собственно. Но этого я не видел. Это какая-то ферма. Ладно, давайте-ка осваиваться. Мне нужно поговорить с папой. Он должен рассказать мне что-то очень важное. Хороший летний день. Блин, солнце, красота на самом деле. Сгоревший дом. Лошадка. Мясо есть жизнь. Согласен. Без мяса жизнь не очень. Но, судя по всему, кто-то сгорел в постели. Или просто постель загорелась и вот таким вот нехитрым образом. Опять пропитательность мяса и лежит кукла. Неужели мы играем за девочку? Да нет, вряд ли. Но если Ко-Ко-Ко такое большое бегает, блять, то мы, скорее всего, играем за ребенка. Маговская статуя. Но это определенно не Скайрим. Какое яркое солнце. Красиво, очень красиво. Хорошая работа со светом. Охуеть. Хоть бы помыл. Ох. Хорошая озвучка. Что это за место, папа? Где мы? Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? Did you find it? Наверное, нет. У меня не получилось. No? Pity. Maybe you're simply looking in the wrong places. Did you ever think of that? Oh well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help mommy with the cooking? The creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. All right?
Ну ни хера себе, ладно. Судя по всему, у нас сегодня будет мясо. Я думаю, книги про мясо тут неспроста. Ну, суть из контекста, отец нас отправлял искать мать и сестру, но мы их, видимо, не нашли. Нож я, пожалуй, возьму, вряд ли можно будет им вооружиться. Помидор. Помидор — это неплохо. Но тут я смотрю столовое серебро и... Какая-то странная картина женщины. Ну да ладно. Свитки не юзабельные. Ебать, какой ты громкой, а? У меня аж мурашки по спине пробежали. Запертая дверь, необходим ключ. Скрипка. Современная, между прочим. Ну ладно. Древний свиток торчит. Да, с модельками ничего не поменялось. Комод. В комоде есть бабки. И все про мясо. Вы купаете, господа? Питательность мяса, искусство. Блять, тут что, больше ничего нету, что ли? Семейка... Семейка мясоедов. Ну хорошо, что не вегетарианцы, то слава богу. Все двери закрыты. Кстати, это человеческое или доэдрическое сердце? Скорее всего, человеческое, но люк закрыт. Ботинки. Папочка насвистывает, блядь. Ну и ну. Жутко. My, my, I totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then, let's waste no more time and get to it, shall we? Но где же мама и сестра? What? Now would you look at that? I totally forgot about them. They're dead. Don't you remember? You murdered them back then, both of them. Ага. Hey, no use crying over spilled milk, right? Да я и не парился. At least this means there's more meat for the two of us. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up the belly, then out with the entrails. I'll look for a nice sharp knife in the meantime to cut off the head. I don't think either of us wants to eat that, do we? Да. Ну, папочка довольно-таки... А, вариантов у меня как бы немного. Их убийство лежит не на мне, это все человек в маске. Oh, silly, what's this again? We both know that's a lie. You did it. I remember it all. First, you set this horrible fire to your sister's crib. She screamed, and mommy heard it, but when she finally got there, nothing was left of her but... burnt flesh. And oh gosh, do we really need to go through this again? You know how sad it makes me when you do this. You killed them, period. No matter how often you tell me you didn't, it changes nothing. You hear me? Nothing. Охуеть. Now please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Мы играем за пироманьяка, и опять же, вариантов ответа нет. Я не думаю, что это баг перевода. Опять же, их убийство лежит не на мне, это все человек в маске. Oh, by the creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic and pointless whining? Вот оно. You know, sometimes I wish the creator would have made me just a little less merciful. Just a little less pious. Because then... I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you. Just like you killed us. And now, you think you're safe because we're all under the earth, don't you?
Well, listen up, my child. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving. Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 Вау! Просто невероятно. Хороший летний день, это точно. Прекрасный денек. Грубо говоря, мы играем за пироманьяка, убийцу собственной семьи, или это просто кошмар? With a question. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about it. What distinguishes a free man? Простите, ролик у меня поломался, я не вижу. Надеюсь, он будет у вас. However, let us start this story. Another one ended 3 years ago with the death of the Light Lord. For 4,000 years they had reigned over this world. Seven arcanists who Я не знаю, в чем проблема. Had acquired eternal life. In a time of chaos, they gave mankind what they thought it needed most. They ruled over with an iron clad bare hand. Within just one century, they united the shattered land. Single century later, their human origin was forgotten. They became gods or lightborn, as they let themselves be worshipped as. The longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny. The loudest that Narenzul Renfield. And he succeeded in achieving what was once thought possible. He gathered an army, overturned the Light Lord, gave back freedom to mankind. However, the for this was high, because where there are gaps of power, lights erupt. As such, this world grew into what is today. Shattered, driven, and broken into pieces. But all of this was merely a diversion, so that no one would notice anything else. The death of the Light Lord had set something into motion. Having long stood still, its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. Ну, в общем-то, это закончилось. Надеюсь, вам был доступен данный ролик, потому что у меня это все было на черном экране. Сириус? Well, sorry. Yo. It was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. It was that dream again, wasn't it? Да, это был сон.
судя по всему. Я сейчас просмотрю ролик тот, что был там, ну, там была какая-то предыстория, буквально несколько секунд. Собственно, если вы не видели ролик, и он лагал точно так же, как и у вас, я прошу за это прощения, это первый запуск игры. Предыстория гласит, что были маги, и благодаря своей силе они обрели бессмертие. На основе своего бессмертия и своей силы они создали империю, под которой объединили весь Эндорал. Но правили они путем тирании. Собственно, как они сказали, так все должно было быть и сделано. И тираны, как известно, заканчивают всегда одинаково. Они были тихонечко убиты неким неизвестным. Ну или в данном случае великим героем, который восстал против них. Ну или сомнительным героем, хер знает. Не совсем я этот момент понял. Эта история гласит о том, кто то ли жаждал воли, то ли хотел быть свободным. Как-то так, довольно интересный ролик. Что ж, да, это был чертов кошмар. Я чуть не обосрался. Seriously, if we had a penny for every night since we met, where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Andoral in our own starship, and well, not like this. Some things never change, I guess. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this, for what happened to your family, I mean? Виню себя? Почему ты так думаешь? Well, there must be a reason that you dream the same thing over and over, mustn't there? I'm no scholar, but maybe these dreams are trying to tell you something. Oh, I don't know. Может, в этом есть и моя вина, даже не знаю. Какая разница? None. You're right. But who knows? Maybe everything is going to be different now. Так и да. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have at the very least called you insane. But if the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently there aren't even any slaves on Enderal. It's amazing. Only this whole blind passenger thing is making my head ache. Ну вот это херово на самом деле. Этот корабль плохо храняется, это не наша вина. Да и к тому же мы не могли оплатить эту поездку. Not our fault. Damn it, we're thieves. Frauds. Сириусу это не понравилось. Мне так похуй. But anyway, what's done is done. I just hope the Andorians are easier on outlanders than the Neremese are. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. О! Создание персонажа. Ёма народ. Так. Полукираниец. Жители одноименного пустынного континента, который считается бесплотным и негостеприимным. Да, мне нравится на самом деле. Но в то же время известные как колыбель науки, мистицизма и культуры. Хотя многие иноземцы восхищаются продвинутой культурой киранийцев, их часто считают еретиками. Я понял, то есть предыстория. Ну, судя по модельке, это Редгард. Полукилиец. Народ пояса Килли. Известный своей затворнической жизнью. Килейцы известны как благородные благословленные бизнесмены, говорят, что коалиция синих островов вообще это не про Скайрим, это не про Тамриэль, это какой-то свой мир. Полуаэтерна, такая Нейли, например, довольно забавно. Так, ну за кого-то играть мы будем. А это Нордлинг. То есть высший эльф, имперец и Редгард. Я всегда играл за имперца. Который всегда находил выгоду
Да, давайте не изменять традициям. Все-таки буду играть за имперца. Тело, пол. Ух ты, симпатяшка какая. Так, типажи не работают. Тон кожи. Посветлее. Вес, наверное, поубавим. Да, вот так вот пойдет. Голова, цвет лица. Да, ну оставим светлый. Или все-таки потасканный он такой вот жизнью. Да, не, лучше светлый оставлю. Грязь, цвет, шрамы. Шрамы остаются стандартные, как и в Скайриме, боевая раскраска. Вот этого вот не было. Но она мне не нужна, в принципе. Так, лицо. Тип носа. Ебать ты носастый, конечно. Это пиздец, цирк уродов. Ладно, пойдет. Высота челюсти. Господи, я и забыл, какие тут настройки прекрасные. Да, вот это вот подходит. Цвет глаз. Блин, еще темно так, нихера не видно. Ну, невелика, в принципе, беда. Брови. Блять, а че они все такие общипанные? Ладно, пускай остается эти. Пойдет, волосы. Да, вот это вот причесон пойдет. То, что нужно. И цвет черный, черный, как всегда, как было у Рипера. Да, а Килей, she fled from that civil war the Black Crescent caused, didn't she? Ironic, isn't it? Seems some parents pass on their fates to their children. Anyway. I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand. Wait. You hear that? Чего слышал? Shit! Someone's coming! Women nowadays just don't want a man to guard them anymore. That's the problem. Не работает светильник. Sometimes I long for the good old days. Back when I could lift a skirt, nobody would bat an eye. Anyway, enough of the chit-chat. Now, where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? The lamp, quickly, put out the lamp! Да я уже протыкал. Good. Now, quiet. Aha, here we go. Bah, smells like Vautier's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small. With the crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah, yeah, right, right. Black Guardian knows what the captain wants it for this shortly before arriving.
You go look upstairs. I'll see if I can find it down here. Okay. Oh, shit. They don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Понял. Go. Отпусти меня, камера, блядь. What? Wait. Someone's there. Throw a hook to the face! Ах ты, сука. Come on, dodge! You can do it! Низкий запас сил, да что ты будешь мне тут рассказывать, сука? На, получи, тварь! Не, сука, не, не, блядь! О, man, о, oh man, о, oh man, о, oh man! That wasn't part of the plan! Not at all! What in blazes are we going to do now? Давай убьем их. Kill them? Blazes, are you out of your mind? I don't want to start a new life as a murderer. This entire blind passenger thing is... Oh, by the gods, why does nothing in my life ever go as planned? Блять, ты ебаный нытик. Tie them up. Yes. Yes, that's it. We need to tie them up and gag them. One of them said it's not much longer until we arrive. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on. Help me search, there must be a rope or something. And I thought we were over the hump when we made it on... Так, что у нас есть-то, блядь? What? Магии лечения у нас никакой нету. Из одежды только рваные штаны. Ну, заберем сейчас у Себастьяна его куртеечку. Ever be easy, can it? Пойдет. Ну, я походу нашел веревку, но... Надо спиздить винище. Блин, темно, надо бы яркости подкрутить. А, рыженький. Ладно, вот веревка. Poor lost souls. The probabilities. Ты, блядь, кто? Какая-то женщина. Who are you? You are confused by my sudden appearance. But my identity is irrelevant. As are you, dear Sirius, unfortunately. Да ну нахер. What? Oh shit, please don't tell anyone we're down here, please. We didn't mean any harm, these guys were just... You ask that I not reveal you, for your intentions were not evil. And I believe you. But sadly, it's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. This is the way it has to be. The way it has been for eons. I am sorry. Мистика. Что? Oh no! No! Oh. What are you doing, please? Just don't leave! We just wanted to! Она пропала. Твою мать. Ну, завязка мне определенно нравится. Круче, чем Skyrim. And lived on our stocks. Then when Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Is that about it? Yes. I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame. We didn't have a choice. You've got to believe us, the war. We just wanted a second chance, that's all. A second chance. Yes, I think I understand you. Она его убьет. You wanted to start a new life in a new land. Я бы убил. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, you were simply forced to board without Так мы же еще от войны бежим. Yes, we Какая could красота. Work for you. You know, we could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Heartbreaking. How truly, truly heartbreaking. But let's be honest. You did have a choice.
You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life, while my crew actually had to earn their keep. Да, именно так. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filchers. At least have the guts to admit it. What? No. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. But Captain, they... Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in Nerim. But... You can't do this. Oh, believe me, I can. No, I... Что они с ними сделали? Oh, well, look at that. Someone's... На меня кровью накапало. Rise and shine. Tie him and his friend together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend. Пока. Блять. Это не есть хорошо, на самом деле. Ну, по крайней мере, меня не убили. Наверное. Ну нет, игра же продолжается, так что все хорошо. О, ролик. Just talk and how does it feel to be powerless? This is about your damn pride. I know I'm not real. I'm a mistake. And it's not according to your definition. Damn well I'm dead. It's just... Christmas. And there was nothing I could do. This isn't happening. And again, this just isn't happening. What is reality anyway? Selfish fool! Изучена медитация. И что это такое, блять? Медитируйте, чтобы раскрыть новые воспоминания, что сделает вас сильнее. Где я, блять? Да, я понял. Что это такое? Тень вета. Удобная броня. А, это вот так вот теперь прокачка выглядит. Бля, тут все перекрыто. Так, ну три древа я вижу, да? Тень ветра начинается. Фокус. Двойное заклинание. Чудотворец, элементалист. Я так понял, это древо мага. Шторм. Хранитель. Танцор с клинками. Вандал. Вот это вот мое древо, собственно, древо дуала. Прям то, что нужно. Лазутчик, бродяга и тетива, то есть это лук. Не осталось ноль, собственно. Ну, как бы хуй с ним, ладно. Что это мне даст? Увеличит урон от одноручного оружия на 8%, второй уровень на 7%, еще на 7%. Боевая позиция на 25% меньше запаса сил. Ладно, применяем эту хуйню. Я так понял, теперь мы будем качаться вот здесь, вот отдельное такое измерение
специально для этого сделано. Оригинально. Доброе утро. Вы чувствуете головокружение. Странная лихорадка. Вам холодно? Вас все время лихорадит? Я понял, я простудился, судя по всему. Так, ну травка вроде никакая, тут не растет. Ну, то есть растет, но она не собирается. Ладно, хер бы с ним, давайте двигать вглубь данного острова. Или материка, хер знает, что это такое. Журнал. Найдите путь на материк. Сириус мертв, мне надо выжить. Да ну нахуй. Ну, видимо... У меня есть нож. Моделька сразу видно другая. Ну, киркой я орудовать не буду, это тупо. Там какой-то проход. А, кстати, это похоже на проход из ролика. Вот, прямо как в видении, прям так и написано, заебись. Хорошо, что я ролик пересмотрел. А вот и меч. Еще одна кирка. Лопата. Ну, лопату мы заберем, пожалуй. Ну, на всякий случай, я ж без нихера. В этом мире я ни черта не знаю. Отлично. Так, предметы. У меня есть факел, железный меч, нож. Вряд ли я сейчас буду продуктивно орудовать данным видом оружия, ну то есть дуалами. Ну что поделать? Оружие есть, его надо использовать. Ебать, они меня еще сейчас заковыряют. Охуеть. А у меня есть чем лечиться? Да, что ж, жесть. Бутылка из-под вина, пусто, пусто, пусто. В бочках нихера. Не, ну так не пойдет, мне страшно. Без одежды тогда, без нормального оружия. Ну ладно, будем как-то выпутываться. Да и магии лечения у меня при себе нет. Как-то вообще жизнь дерьмо. Ну сейчас. Сейчас все будет. Насчет сложности этого мода ничего не скажу, ничего не знаю. Да сейчас, собственно, во всем убедимся. Но с учетом того, что у меня крысы больше, чем пол хп отгрызли. Ну, довольно. Довольно хардкорненько.
А чё там со сложностью, кстати? Адепт, вы понимаете? Это игра на адепте. Сука. Все, хватит выебываться. Возьми в одну руку, чтобы можно было блокировать, и пойдем. Что это такое? Учебники. Какие учебники? Книга ученика, одноручное оружие. О, то есть вот так вот теперь будет идти прокачка. Чё-то приуныл, малёха. Статуя. Чего-то не хватает в этом механизме. Возможно, я что-то пропустил. А, ву. Ты сотри, скелетный ключ. Блять, не поймал. А, разучился уже. Отворяй калитку. Врагов пока нет, и слава богу. Вызывает лихорадку. Блять. Вот тут какие-то тряпки есть. Свинка. Все, больше ничего. Блять, меня кошмарит. От кристаллов, что ли? Чё я там схватил такое? Монашескую робу схватил. Ладно, пойдет. Уменьшает вашу чародейскую лихорадку на 20%. Какая в пизду лихорадка? Вы чё? Видали? Какой мувсет прикольный. А ну, еще раз. Я! Вот это мне нравится. Колющего удара не было в Скайриме. О, интересно, а сон мне хпшку восстановит? Да, отлично. ХПшка восстановлена. Ага, я в курсе, как это работает. Ну так, на всякий пожарный. Пока вражин что-то трупы и свет, они исчезли. Наверное, опять же, сведение. Заброшенный храм. Ну ладно. Вступление пока очень и очень внушительное. Многообещающее, я даже могу так сказать. Завязка однозначно лучше, чем в Скайриме. Вот это вот... Огонь, огонь. Сразу тайны, сразу какие-то отсылки к этому видению. Ну, то есть... Скорее всего, лор тут интересный. Хотя хуй его знает. Ну, это тоже с того ролика. Вернее, не с ролика, а с видения. Тут ничего нету. Может, какой-нибудь труп завалялся. Вот, что это такое?
Вы нашли ледяной коготь. Ледяные когти, их можно найти в вашем инвентаре. Пища увеличивает переносимый вес на одну единицу после поедания. Что, полезная херня какая-то, что ли? Электрический разряд. Урон здоровью и вдвое меньше урон мане. Ну, очевидно. Так, ну пища у нас по идее... Вот это вот. Это гриб такой, да? Ну я как бы съел его и... Ни в голове, ни в жопе. Ну ладно. Переносимый вес не прибавился. Ладно, хуй с ним. Чё это интересно такое? Похоже на ретранслятор. Но мы же не в Mass Effect играем. Чё это я? Чё, какие-то грибы, блядь? Прикольно. Тело. Человеческое мясо. Ну, в крайнем случае будет чё похавать. Да я шучу, шучу. Не буду я его есть, это уж слишком. А? Милость, вот это уже похоже на хилку. Да-да-да. Вот это уже похоже на хилку. Человеческое мясо. А, вот каким... Каким способом-то. А, понял. Скрытную атаку по кому? По вот той вот хуете? Я не думаю. Он похож на тролля, он дерется так же. Давай до конца. Отлично. О. Хлеб, нож и более-менее нормальная одежда. Ну, по виду, опять же. Низкий уровень маны. Да мне похеру, как бы. Во имя добра и справедливости я отхилиться должен. Так, давайте-ка оденем. Ага, тут у нас есть доспех даже. Охуеть. Но я, пожалуй, буду одеваться как искатель приключений, а не как... Блядский некромант. Тут-то грибочки какие-то. Ну давайте, давайте поищем. Все-таки может чего интересного найдем. Этот грязевой элементаль, это просто... Просто золото. Ну интересный моб на самом деле. Вот новые мобы, как бы. И довольно не слабый враг. Довольно-таки не слабый. Будь это сложность мастер, блять, ебало было бы разломано в 3 секунды.
Это же не мой проточенный, прокачанный, выкачанный, блядь, до максимума персонаж дезочарования. Ну, одно из самых высоких, которые можно достичь в игре. Без консоли. Так что, да, надо привыкать, опять же, к днищу. Что-то загрузка долгая, странно это. Ну, да ладно, все-таки скорее всего, ну, видно, что текстурки тяжелые, красивые, выглаженные, классные шейдеры, тени просто огонь вообще. Да и освещение, классную работу провели. Это не Minimal UMB, который у меня стоял, EMB. Все начинается с видения. Квест «Новое начало». Соберите тыквы, грибы. Найдите выход из ущелья. Блять, ну давайте соберем тыквы и грибы. Блин, а тут реально красиво. Дорогие друзья, добро пожаловать. Я думаю, мод довольно-таки интересен. Мне он понравился. Мы побегали практически час. Я еще посмотрю, как там с роликами. Записались они, не записались они. Что с ними делать, надо будет посмотреть. Ну, все-таки, приношу свои извинения. Это был первый запуск. И вот такие вот косяки, они неизбежны, увы. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение обязательно в комментариях. Посмотрим. Скорее всего, будет прохождение. Всем удачи, всем пока, до новых видео.